прямо здесь? Я, наверное, не брал бы уже. А подожди, я сейчас прямо еду, да, где мы, блядь, сворачиваем там. Там развернется, где машина, да? Там, выезжая ворот, там, где машина. Становишься, тихонечко, сильно не бросай сцепление, отпускай, вообще на сцепление поедем. Так, газ надо. Все, отпускай. Давай, давай, газку побольше. Вот заглох. Ё, так, выжми, найди нейтрально. Выжил? Нейтрально иди. Нашел, да? Вниз. Нейтрально ходи, берём его, загореть. Вот, вот она рядом. Тихонько. Вот, нейтрально шел. Я не знаю, где. Вот это вот. Выжимай. Первую, втыкай. Ну, первая, наверное, поедет, а вторая, это уже быстро будет. Побольше костов. Блять, что за хуйня? Тихо. Пять нейтрально ходи. Нейтрально шел? Все, нашел. Заводи. Побольше доску, сцепление бросаем. Давай, езжай уже, давай уже. Что, может, хватить снимать-то? Только врубай все планы делаю. Машины не бывало, это машины. Нервы, что? Много не дадут, не надо много добывать. Сцепление планы не ездит. Сцепление сейчас. Блядь, не бросай сцепление никогда. То есть вообще мне его не отпускать раньше времени, да? Конечно, медленно не делать. Сцепление не уйдет. Останавливаешь, заполнишь, нажимаешь сцепление, и на первую передачу кидай. Тебя не тралит. Он умеет?